И продолжаем. Челябинский аэропорт может сменить название. Придумать ему имя предлагают жителям региона. Воздушные ворота Южного Урала вошли в проект «Великие имена России». Его цель – назвать 45 международных аэропортов страны в честь знаменитых соотечественников. Проект придумали Русское географическое общество, Общество русской словесности, а также Российское историческое и военно-историческое общество. Оператором инициативы стала Общественная палата страны. Практика именовать аэропорты в честь великих людей распространена в мире. Так, Нью-Йоркский аэровокзал назван именем президента Джона Кеннеди. Парижский в честь генерала де Голля. Тель-Авивский – Бен-Гурион по имени основателя Израиля. А вот в России такой традиции раньше не было. Предложение, чье имя может носить Челябинский аэропорт, сейчас принимают в Общественной палате Южного Урала. В лонглисте уже есть чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, создатель мирного атома Игорь Курчатов, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Елесина и другие. Лидера выберут открытым голосованием. И в будущем в аэропорту появится экспозиция, посвященная победителю. Прежнее название «Воздушная гавань» сохранится в навигационных системах. Сейчас в лонглисте 10 имен. Отдать предпочтение одному из них можно на сайте BFM74. Наши коллеги запустили голосование. Сейчас лидирует физик-атомщик Игорь Курчатов и первый народный избранный губернатор Петр Сумин.